Жители Одинцовского округа могут проголосовать за благоустройство источников подземных вод на портале «Добродел». Голосование стартовало 15 марта и продлится 35 дней. На интерактивной карте указано 103 источника, из них 4 расположены на территории нашего муниципалитета – в деревнях Марьино и Дунино, в городе Кубинка и в селе Луцино. В прошлом году стартовала программа «100 озер и прудов», в рамках которой очистили уже 48 водных объектов.